Опять и снова, не опять, а снова, как говорится. Здравствуйте, уважаемые наши ученики, дамы и господа. С вами Олег Алабудвин, и мы проходим мануальную терапию на живой натуре. В данном случае, в данном видеоролике мы будем изучать, как править конкретно искажение, искривление позвонков в грудном отделе. Да? Ну, смотрите наше видео по поводу диагностики. То есть мы сначала продиагностировали, пропальпировали, прощупывали, да, где какие... Можно даже через одежду это делать, в принципе, с должным опытом. Это все придет, и можно сразу понимать, где есть какие-то искажения. Майку снимать не надо в данном случае. Потому что нам ткани, наоборот, помогают. Помогают делать манипуляции, чтобы рука не соскользнула. Да? Это очень опасно, очень вредно, когда соскользнула рука. Очень опасно, если у вас в помещении в этот момент... сквозняк или какой-то ветер будет, да, то есть закрывайте обязательно все окна. И, соответственно, чтобы лучше слушать ухом, где произошел траст, да, хруст, выключаем звуки даже все, музыку останавливаем. Тут идет такая достаточно тонкая работа. Ну вот, у нее вот этот позвонок, даже не буду называть его номер, да, скорее всего это D3, развернут вправо получается, а вот D4 влево. Чтобы убедиться, что это именно так, попросим пациента перевернуть голову в другую сторону. Да. И щупаем, насколько позвонки сдвинулись. Вот так вот они практически выровнялись. То есть это нам подтвердило то, что все равно вот третий позвонок немножко больше ушел вправо. Теперь поворачиваем голову обратно. Вот. Он еще больше ушел вправо, да? То есть он реально ротирован вправо получается у нас, да? Относительно четвертого позвонка смотрим нижние позвонки. Практически уровень. То есть, значит, нам нужно воздействовать именно на этот позвонок. Если такая же ситуация происходит ниже, да, то мы работаем вот по вот этой схеме, которую я всегда рисовал. Ну, так покажу, да, то есть без всяких вот обозначений буквенных, да, просто визуально чувствуем, да. Ось должна быть вертикальная, прямая у позвоночника. Если что-то ушло сюда, то мы будем давить в противоположную сторону. Но с этой стороны, с противоположной, нам нужно подготовить, нам нужно растянуть. То есть мы с той стороны растягиваем и давим. Давим снизу вверх. То есть с декомпрессией. Вот такое у нас должно быть движение быть одновременно. То есть вот демонстрирую. Например, здесь мы давим вперед, подготавливаем, растягиваем. Расслабляйся, расслабляйся. А здесь упираемся в нужный нам позвонок, да? Просто не видно будет на видео вот этой косточкой. Ну, в общем-то, любой. Если ребенок, в принципе, достаточно и пальцем упереться, да? Если там взрослый мужчина, то лучше всей ладонью либо этой костью, либо вот этой костью, да, гороховидной. Протянули, уперлись, подготовили человека и произошла манипуляция. Также, если сколиоз, например, у человека, да, то можно полностью всю сторону растянуть. То есть сколиоз пошел, ну, демонстрационно просто показываю, да, позвонки повернуты все вот сюда, в левую сторону, да, то есть мы в них упираемся по диагонали, будем давить, а верхние позвонки подготавливаем, растягиваем, доходим до преднапряжения, и вот эта рабочая рука наша подготовилась, и после этого мы провели манипуляцию. Что касается верхних позвонков, C7, D1, D2, D3 даже, да, их можно поправить вот таким способом. Ну, во-первых, это я в другом видео показывал, рука расслабляется, расслабились, отодвигаем плечо, да, вот, ну, то есть растянули с этой стороны, подготовили место, уперлись в этот позвонок и произведем манипуляцию. Ну, для этого голову повернем в мою сторону. Чтобы больше человека растянуть, можем ему помочь еще больше, развернув его тело вот сюда. Вот таким образом. Видите, растянулось. И еще усилили это растяжение.
за плечо. После этого, ну тоже любой косточкой своей руки, какой у вас получится, да, упираемся и вставляем на выдохе. В некоторых случаях можно и локтем. Так, лежим. И опять же, вот эти вот шейно-грудной переход, да, с этой стороны, со стороны головы, можно встать, и вот мы за голову теперь, за череп, выворачиваем, а тут потихонечку упираемся внутрь позвонок и тянем, 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 несколько раз. Все, на самом деле, когда человек расслаблен, все происходит легко и свободно. Не получилось в эту сторону, да? Разворачиваем голову в противоположную сторону. Но опять нам нужно растянуть с этой стороны, да? Тогда отдвигаем ее назад. И вот уже с этой стороны мы опираемся и вот встала. Услышала, да? И вот тянем. Ну, опять же, можно вот, я в эту косточку уперся, да? Можно ладонью упереться. Можно немножко за щеку даже держать, чтобы с нижней челюстью работать. Ну, вот в данном случае уже все получилось. Так. Ну, давай проверим. Вот эти позвонки. Уприсил бы он в стол. Вот сейчас ровно стоят. Так, теперь повернем голову влево. Вот тоже ровно. Теперь повернем голову вправо. Да, вот этот D3, про который я говорил, или D2 это был, ну, нам сейчас цифры тут не важны. Вот он сейчас встал на место. Но вот ниже него все-таки он еще ротирован немножко влево. Вот, с этими грудными позвонками можно поступить следующим образом. Если, ну давайте так, закончим упражнение, пока она лежит лицом вниз, да. Если у нас выпирает позвонок назад, достаточно сильно, то есть сюда, да. Как вы помните, со стороны кифоза мы давим всегда в него, в кифоз. Если лордоз, то мы вытягиваем назад, либо ротируем, да. С лордозом скрутки очень хорошо производятся. То есть лордоз это шея и поясница, кифоз это вот крестец и грудной отдел, да. То мы давим туда, вперед, декомпрессируя. Тоже в прошлом видео уже показывал, да, способы декомпрессии, да? Или сейчас тоже показать? Да? Значит, начиная выше плавающих ребер, то есть вот примерно вот отсюда, да? То есть где-то там десятый примерно, десятый позвонок грудной, над ним вот упираемся и доводим до преднапряжения, то есть мы несколько раз дошли до преднапряжения, просим человека выдохнуть, после этого выдох и делаем манипуляцию. Получилось, да? Не страшно же тебе? Ну вот, ты боялся. Вот, каким образом это происходит? Видите, достаточно легко. Если человек подготовлен, размят уже вами, расслаблен, да? Мы упираемся вот этими косточками. Уперлись, растянули, то есть наше движение кивок такой с растяжением. Раз и вот так, только одновременно. Кто-то может делать и, в принципе, зажав остистые отростки между своими подушечками ладони, да? Вот так вот. Может, некоторые даже могут и поправить. Вот то, что я говорил, да, собственно, растянули, другую вставили. Это делается вот этими подушечками. Одна у большого пальца, например, растягивает, у этого пальца вставляет. Либо наоборот. Ну, со взрослыми людьми, с тучными, с такими грозными, так не получится, да, с детьми, конечно, это попроще. Кто-то может сделать обоими кулаками, да, или вот так вам не поставить. В принципе, это уже ваша сноровка, как вам удобнее, да, так вы руки ставите. Но безопаснее, еще раз говорю, это вот, как скажем, классическая форма, когда ладошками, да. Не нажимая, еще раз предупреждаю, не нажимая на остистые отростки. Если остистые отростки выпирают слишком сильно, то
то смотрите внимательно. Это может быть анатомически. То есть они разной длины. Надеюсь, не видно, да? То есть они разной длины. И, как правило, вот там 2-3 позвонка, да, они, как правило, уже больше, да. То есть на них давить не надо. Но если там где-то действительно вы уже почувствовали, поняли, что он сильно выпирает, да, то можно сделать удар сопровождающимся трастом именно в этот позвонок. Ну вот, некоторые используют молоток и такие деревянные дощечки, металлические дощечки по боковым отросткам сначала. Ну, я в данном случае использую инструмент, это собственные пальцы. А вместо кулака, вот вместо молотка, кулачок, да? Вот боковые отростки простучали, расслабили их уже. Ой-ой-ой. Теперь нашли позвонок, какой нас интересует, выпирающий, да? На него накладываем пальцы и 2 либо 3 пальца, в принципе, не важно, да? И бьем кулаком именно в позвонок васистый, только под углом чуть-чуть вперед. Фу! Все, это я легонечко. Ну, на самом деле, там, конечно, удар такой достаточно мощный происходит, чтобы его вбить вовнутрь. Есть способ, забыл, как он называется, когда позвонок ушел наоборот вниз, да? То как его достать? Во-первых, так просто не достанешь, да? Для этого мы за кожу поднимаем позвонки, сначала подготавливаем, растрясаем их, растягиваем. Ну, все подготовительные этапы тоже смотрите в других видео, где мы там простучали, размяли, там растрясли человека уже, за, да, провибрировали до этого. Вот, теперь вот этот позвонок, например, ушел вниз. Мы берем за соседние позвонки и достаточно сильно выдавливаем еще глубже вниз. Давим, 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 держим, держим, держим. И потом резко отпускаем. Получается, ну, такой обманчивый ход, да? Но смысл его в том, что позвонки, опустившиеся соседние, да, они делают преднапряжение, то наше, которое мы всегда добиваемся, да, за счет межпозвоночных дисков. Диски-то пластичные. И когда мы их отпускаем, они выпрыгивают назад, и как резинка, между ними позвонок выпрыгивает тоже, как на резиночке, такой тынс, и встает на место. Вот такой способ. Возьмите себе, намотайте на ус. И теперь способ, когда нам нужно повернуть позвонок в противоположную сторону, да, но он достаточно сильно вышел, да. Тогда просим пациента перевернуться на спину. Я... Давай. Опля. Руки складываем на грудной клетке. Давить. Да, правильно сложила. Ну, тут, в принципе, не держим, просто положили, да. Давить будем через плечевую кость, да, в грудной отдел. Нам нужно поймать вот этот позвонок, который вышел. По мастеру слать не буду. Ловим его за счет вот этого большого пальца. То есть нам нужно повернуть его, да, вот туда. При этом в противоположную сторону растянуть. Помните нашу схему, да? С одной стороны растягиваем, с другой давим. Давить мы будем вот этой косточкой, а растягивать вот этими косточками. То есть мы позвонок, остистый отросток кладем вот между вот этими промежутками нашей ладони. Вот так получается, да? Это растягивает, это давит. Растянули, надавили. Ну, если человек там достаточно тоже большой, да, и у вас не получается, то можно вообще, в принципе, поставить вот так руку. Прям вот на кулак положить, да. Достаточно высоко. Сейчас продемонстрирую. Вот так вот поставили, провернули, грудную трубку нажали и... Встало, да? Ничего не бойся, все на месте. Так, с грудным отделом еще работаем как? Через, опять руки, да-да-да, вот так руки сжимаем. Через голову. То есть нам нужно выпрямить его в обратную сторону. Несмотря на то, что это кифоз, да, вот мы берем за нужный позвонок,
пальцами растягиваем его, а своей грудью ей через локти вдавливаем в грудной отдел. И такое движение. Ну, если с детьми, то можно, в принципе, руками. Растянули. Если у человека сколиоз, то делаем то же самое, только с небольшим наклоном. Так, теперь отпускай руки, поворачивайся боком лицом ко мне. Да, вот нижнюю руку надо из-под себя вытащить, да? Можешь ее сюда положить. А через верхнюю руку мы будем давить на через ребра, получается, на позвонки, чтобы их ротировать в обратную сторону. Понятно, что ли? Да, не бойся, не бойся. То есть опять с той стороны растянули, да? С этой стороны мы давим через ребра. Ну, это такой крайний случай, там, если в других позах не получается. С поясницей, в принципе, то же самое, я уже показывал, да? То есть мы берем, да, руки можно так положить, мы берем за обе ноги, раскрывая, ну, если позвонки вышли к нам, да, раскрывая таз с той стороны, растягивая, да, а с этой стороны будем продавливать одновременно. То есть вот так раскачали, надавили. Ну, тут можно вплоть до грудного отдела идти. Так, что еще с грудным отделом? Ну, давай поворачивайся на спину. Если выходят ребра, да, из грудины, да, тут вообще-то хрящики, да, ну, они ставятся достаточно просто. С помощью удара. То есть, нашли выпирающие ребра, надавили рукой, дошли до преднапряжения. Расслабляйся, расслабляйся, не бойся. Я только демонстрирую, я же не буду говорить. То есть это преднапряжение, и потом обоими руками раз в сторону продавили. Соответственно, также это полезно делать с сколиозом. Дело в том, что при сколиозе, когда ротируется грудной отдел, да, ребра с той стороны, они выходят вот такой дугой, вытягиваются. Да. Поэтому, продавив грудную клетку отсюда, да, мы эти ребра и позвонки пытаемся вставить обратно. То есть, еще раз говорю, ротирован был позвоночник, да, у нее, например, вот в эту сторону, ну, вправо, да. Соответственно, вправо мы их давим теперь через грудную клетку, ротируя их в противоположную сторону, с той стороны, через грудную клетку. Ну, там то же самое можно еще стоя сделать, но приемы стоя и сидя мы рассмотрим в следующем видеоролике. Все нормально? Да? Не бойся. Алия молодец. Давайте ей похлопаем. Она все у нас выдержала. Да. А вы лучше нас не просто смотрите, а приходите к нам на тренинги. Мы вам поставим руки и с готовыми навыками отправим вас в работу, зарабатывать деньги и нести людям пользу. Ведь нет ничего лучше дела, чем помогать другим людям. Согласны? Правильно.